Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами я, Виола, и сегодня у нас 80-й шаг. А сделаем мы его с вами в ювелирном салоне, владелицей которого является Мехрибан Ханум, и который находится в столице Азербайджана, в нашем красивейшем городе Баку. Для тех, кто смотрит это видео впервые, я внесу некую ясность. Я хочу заметить, что мы не называем размеры колец, по той причине, что традиционно мы подгоняем их под ваш, под тот, который подходит к вам. Это комплимент от Мехрибан Ханум вам, нашим покупателям. Также касаемо цен, пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне. Мои контакты закреплены в комментариях, и можно их также найти в инфобоксе под видео. Выходит два видео одного шага. В первом я примеряю украшения, те, которые я выбрала для показа, чтобы вы имели представление, какого они размера, потому что зачастую бывает так, что украшение, которое на камере кажется большим, в реальности оказывается мельче, чем вы представляли, и наоборот, то, что мельче, оказывается намного больше. Поэтому я их примеряю для вас. И второй ролик выходит с фотографиями, которые делает наша Регина, где все украшения пронумерованы. Вы мне называете номер шага, номер украшения, и я даю вам по нему ту информацию, которая вам необходима. Начнем также традиционно с того, что я сегодня выбрала из своих украшений то, в чем я приехала на съемку. И это униксы. Да, в них я чувствую себя совершенно комфортно, мне в них очень хорошо. Это вот такой стилизованный крест. Приобретала я его в нашем салоне. Вот такой сатуар, сделанный мной лично для этого кулона. Кольцо, которое я покупала также в салоне. На мне комплект, который приходил мне по обмену. Вот такая красота. Часы шаблюль и вот такой вот мексиканский мой браслет с шариками. Что ж, снимем то, что нам помешает демонстрации нашей, и начнем показ. Украшения, как всегда, великолепные я для вас подобрала. Здесь у сатуара нет застежки, он вот так просто снимается через голову. Стрижка моя становится все короче. Мне так нравится. Да, я довольна своим образом. Что ж, дорогие мои, начнем. Начать я хочу вот с такого небольшого набора с лимонным кварцем. Здесь моя любимая огранка. И этот набор можно носить на каждый день. Он заметный, но вполне за счет своей формы, за счет размера он актуален для ежедневной, для ежедневного ношения. Нет, для того, чтобы носить его ежедневно. Вот такое колечко, вот такие серьги. Смотрится очень хорошо. Очень аккуратный, приятный, милый такой вот комплект. Следующий набор у нас будет с турмалинами. Турмалинами ювелирного качества. Девочки, когда я говорю турмалины ювелирного качества, не надо пугаться. Все это вполне доступно, опять-таки, ну, конечно, у каждого свои представления о доступности, о ценовой политике. Я здесь не могу ничего сказать, но тем не менее, в сравнении, ну, доступно. Вот так садится сережка к ушку. Так, секунду, нет, хотела посмотреть, нет, штифт не занижен, но очень аккуратно она садится к ушку. Колечко. Этот комплект родированный. Вот такое кольцо. Также я могу предложить вам к нему вот такой браслет дорожкой. Его можно сочетать либо с часами, либо с какими-то другими браслетами. Он будет очень хорошо смотреться. И, конечно же, соло, он тоже никуда не пропадает. Выглядит здорово за счет чистоты, за счет огранки. И, дорогие мои, есть также нитка. Вот такая
турмалины. Здесь идут тоже они багранки. Обратите внимание. Вот такая красота. Можно, конечно, все это вместе компоновать по желанию, по вкусу. Зависит все это от, собственно, человека. Но можно это носить, приобрести абсолютно автономно. Также хочу сказать, что у этой нитки бижутерная застежка. Доплатив, можно посадить ее на серебряную. Вот такая вот турмалиновая ниточка. Повторюсь, можно вместе это компоновать. За счет того, что комплект очень аккуратный, это не смотрится накулемано. Вот обратите внимание, это не смотрится too much, на мой взгляд. Допустим, браслетик. Вот так это все можно носить. Ну, я считаю. Опять-таки, я вам предлагаю, выбор уже за вами, мои дорогие. Покажу вам еще это все автономно, наверное. Так, ну вот нить, давайте уже посмотрим. Вот так она выглядит. Очень сразу нарядная становится шея. Мне нравится. Вот. У меня есть такая нить. С удовольствием я ее ношу. Здесь и зеленые, и розовые турмалины, и темные, и, в общем, разнообразные. Очень большая гамма цветов. Так, следом набор с ониксом. Куда же без него? Вот у меня такой набор тоже точно есть. Совершенно простой, абсолютно незамысловатый, но выглядит он чудесно. Давайте я надену. Вы сами в этом убедитесь. Вот так он смотрится. Очень хорошо он садится. Очень хорошо он играет. Такая классическая форма. Вот, посмотрите, колечко, сережка. Классно. Я люблю такие украшения. Повторю, что точно такой набор у меня есть. Так, следующий у нас набор будет с рутиловым кварцем. Рутиловый кварц здесь идет в огранке. Как еще его называют иначе? Стрелы Амура. Это кварц и вкрапление турмалина. Здесь турмалиновых таких вот стрел. Тоже очень аккуратно он садится. Вот, обратите ваше внимание. И колечко. Вот такое кольцо. Можно носить с каким-то розовым цветом, его сочетать с фиолетовым, будет прекрасно он смотреться. Конечно же, с серым, с черным он чудесно тоже подружился. Вариантов великое множество. Фантазию можно свою не ограничивать. Следующий набор с амазонитом. Амазонит здесь тоже идет в огранке, в моей любимой. Яркое такое пятнышко сейчас надену по типу бирюзы. Вот, обратите внимание, сразу такое пятно, такой акцент. Кольцо к нему. Вот, амазонит. Здоровский. Мне нравится. Следующий набор у нас будет с хрусталем. Крупный достаточно камень. Мне нравится хрусталь. У меня он есть. С удовольствием тоже я по случаю надеваю. Вот так выглядит сережка. И, безусловно, колечко. Вот такое. Вот. Невелико. Вот такой набор хрустальный. Классный. Классный, красивый. Следующий набор у нас будет с аметистом. Аметист тоже здесь очень аккуратный. Вот такой небольшой.
И тоже с расчетом на то, чтобы носить его каждый день. Вот, посмотрите. Я сама как бы не маленькая такая, да? Ну, девушка. Но, тем не менее, на мне вот такие украшения не теряются. И также они не потеряются на вас. Никогда не надо бояться пробовать что-то новое. Если украшения какие-то либо покрупнее, я не говорю начинать носить какие-то такие, ну, очень крупные украшения, конечно, это будет, ну, достаточно травматично для ваших ушей. Но если вы, допустим, любите мелкие украшения, то всегда интересно попробовать что-то покрупнее. Если любите, наоборот, крупные украшения, то мелкие украшения, они, видите, как смотрятся великолепно. Ну, я за разнообразие, скажем так. К чему, собственно, веду. Итак, дорогие мои, еще один набор. Это бирюза. Бирюза здесь натуральная, прошу это заметить. Вот такая милота. Очень тоже аккуратный набор. Но это украшение, этот минерал, он никогда не остается незамеченным. Я хочу также предложить вам к нему вот такую подвеску. Здесь тоже натуральная бирюза. Вы сами можете видеть это по вкраплениям. Это не какой-то крашеный гавлит, либо еще что-то, да. И это не прессованная бирюза. Когда бирюза прессованная, либо прессованный коралл, я всегда это обозначаю. Итак. Вот такой крупный кулон. Так, давайте немножко подниму. Вот такой. Почему показываю вместе, почему я вместе, собственно, их выбрала для сегодняшнего показа? Потому что здесь небольшой набор. Кулон достаточно крупный. И опять нет перебора, на мой взгляд. На мой вкус. Я думаю, многие со мной согласятся. И вот так вот это будет смотреться. Но бирюза, конечно, это нечто. Я когда с вами надеваю... Тоже и вы мне сделали комплименты. Большое спасибо, что бирюза мне подходит. Вот. Но подходит она не только мне, я вас уверяю. Она подходит всем, она универсальна. И блондинкам, и брюнеткам. За счет своего цвета она очень выигрышно смотрится. И на шатенках будет смотреться, и на рыженьких, и на русых. Ну, я имею в виду девчат. С русыми волосами. Ну, вы меня понимаете. Так. Дальше, что я вам хочу показать. Дальше я хочу показать вам... Ой, давайте кулон поближе еще раз вам продемонстрирую. Посмотрите, какая красота. Вот просто прелесть. Следующее хочу показать вам гранаты. Это классическая совершенно модель. Здесь кабошоны гранатов. И фианиты. Вот. Тоже небольшой комплект. Гранаты здесь прекрасного оттенка. Они темные, они не... как их? Не родолиты. Вот. Это не родолиты. Это достаточно насыщенный оттенок граната. Ой. Так. Другую сюда. Нет, все. Вот. Вот так садится сережка к уху. Очень аккуратно. Плюс я хочу предложить вам к ним, к этому набору, вот такое ожерелье. Вот такую гранатовую нить. Они идеально подходят друг к другу. Обратите внимание. Один и тот же оттенок. Это кабошоны. И это вот такие круглые бусины без огранки. Здесь застежка бижутерная, но повторюсь, что по вашему желанию можно заменить ее на серебряную. Давайте посмотрим, как это все вместе подружится. Это будет чудесное. Все. Вот, обратите внимание, идеально они подходят друг к другу. Вот, пожалуйста, кольцо. За счет того, что нитка, она достаточно строгая, она такая, ну, вся вот
без каких-либо блестяшек, скажем так. Вот, а на комплекте существуют вот эти фианиты, и вместе, опять повторюсь, на мой вкус, на мой взгляд, так как выбираю все-таки я по своему вкусу украшения, те, которые я вам предлагаю, я считаю, что это великолепно. Если бы здесь уже были бы еще какие-то эти, то, ну, возможно, было бы хорошо, возможно, и нет. А здесь просто идеально. Длина прекрасная. И вместе вот так это все чудесно, чудесно, чудесно смотрится. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Ну, это красиво, действительно красиво. Так, давайте я еще раз сниму и покажу вам поближе, как это смотрится. Сегодня слово дня смотрится. Каждый раз какая-то идет какое-то слово паразит у меня. Вот, мне очень нравится сочетание. Вот такие гранаты. Последний на сегодня набор, и к нему я тоже подобрала украшение на шею. Итак, это лазурит. Лазурит в огранке, у меня есть нечто подобное. Очень много было желающих. С этим комплектом та же история, ну, вот как я говорю, периодически расхватали, не берут. Очень много было вопросов по нему, но как-то так и не сложилось. Здесь включение перита, посмотрите, какая прелесть. Вот такой набор. Мне очень нравится, как он... Ой, сережку не сняла. Мне очень нравится, как он выглядит за счет огранки, вот там так поигрывает на свету, здорово. Я предлагаю вам к нему вот такое ожерелье. Здесь вся фурнитура серебряная, вот здесь идет у нас лазурит без огранки, но опять-таки за счет того, что комплект достаточно крупный, заметный, есть огранка, то вот эта нить, вот этот, ну, вот это ожерелье, оно будет создавать какой-то баланс, я считаю. Давайте я надену. Тоже не длинная. Вот так вот под шейку это все. Вот такая красота. Здесь серебро черненое. Так, фурнитура, да, вот это серебряное, она ожерелье, она черненая. Вот, дорогие мои друзья. И посмотрите колечко. И вместе можно сочетать. Здесь, кстати, я бы предложила, допустим, как я бы это носила, я бы здесь добавила бы еще какую-то цепочку, чтобы обратить внимание, что, как обратить, разбавить вот это чернение. Вот немного я бы добавила, не совсем выбеленное серебро, а что-то такое среднее, может быть, где-то она уже чуть-чуть потемнела. Вот, ну, цепочки, когда любое украшение серебряное, когда лежит, оно хочешь не хочешь темнее, за исключением радированного. И вот я бы немножечко здесь разбавила бы серебряной цепочкой. Повторюсь, не кричаще белой, не вот такой, например, выбеленной. И прекрасный просто набор, на мой вкус. Здесь тоже включение перита вы можете видеть. Включение перита присутствует также на вот этих бусинах лазурита. И. Вы сами все видите, все перед вашими глазами. Давайте еще раз полюбуемся поближе. Вот такая красота. Вот видите, тоже видны включения перита. Прекрасно между собой эти наборы сочетаются. Набор, вернее, с украшением на шее. Так, закончили мы с наборами. И перейдем давайте с вами... Ой, кольца. Кольца. Первое кольцо. Это вот такой крупный перстень. Он с неочищенным изумрудом. Он идет в огранке, не весь, только по краю. В середине вот такое озерцо небольшое, гладкое. Вот такое крупное кольцо. Конечно же, его видно за счет размера, за счет цвета, за счет самого камня. И вот так вот выполнена шинка. Вот такая вот она ажурная. Красивое кольцо.
Следующее кольцо у нас будет паучок. Я не знаю, кто как, я пауков обожаю, я их совершенно не боюсь, абсолютно. Вот у меня есть кулон даже паук. И хотя я каким-то насекомым, животным, я уже это говорила в прошлом видео даже, я отношусь, ну, спокойно скажем, ну, такой вот паучок, вот такая красота, посмотрите. Здесь есть элементы золочения, элементы чернения. У нас тут, значит, хризолит, если не ошибаюсь. Да, по-моему. Девочки, уточните у меня, если что. И сердолик. Вот такое вот у него брюшко сердоликовое. Посмотрите, какие у него усики. Ну, такой достаточно серьезный товарищ, заметный тоже. Мне пауки нравятся, вот повторюсь, что я их абсолютно не боюсь. Причем, я не знаю, у нас, например, меня учили с детства, что пауков убивать нельзя. Я где вижу паука, ну, в неположенном месте, пытается он пробраться, я его просто аккуратненько в ладошку и выпускаю. Так что вот так. Вы знаете, я вообще всякую живность не боюсь, потому что, видимо, мы лето проводили на даче, и там всяких вот этих стреконожек было море. И мы как-то с ними вот нашли общий язык, и с тех пор у меня нет паники какой-то и вот ужаса, когда я вижу, ну, какие-то такие вот всякие существа. Так, кольцо. Кольцо с рутиловым кварцем, но здесь у нас будут волосы Венеры. Волосы Венеры и вот такие небольшие рубинчики. Посмотрите, какая красота. Кольцо позолоченное. Позолоченное, причем все. Здесь нет элементов. Вот. Единственное, что вы можете заметить, что вот здесь очень красиво. Вот обратите внимание, но на фотографиях будет видно. Проглядывает серебро, тоже черненое. Вот такое красивое кольцо. Интересная у него шинка. Такая вот тоже фантазийная. Классная модель. И прекрасно здесь рутиловый кварц. Ой, одно из моих самых любимых колец. Я не понимаю, почему оно до сих пор не продано, ни в салон. Ни из салона оно не ушло, ни из вас никто им не заинтересовался. Вообще не понимаю абсолютно. Это вот такая пахлава, как говорят у нас. Вообще принято говорить форма маркиз. И вот такое невероятное сочетание камней. Здесь тоже идут элементы чернини, элементы позолоты. Посмотрите, какое интересное текстурное здесь серебро. Ну, не серебро, а нанесение вот такое текстурное выполнено. Да, само кольцо, непосредственно подложка вот эта для камней. И что у нас тут с камнями? Здесь у нас идет топаз. Здесь идет топаз, жемчуг. Жемчуг идет искусственно выращенный, но это жемчуг, турмалин, голубой топаз и хризолит. Вот такая красота. Ну, великолепное сочетание самоцветов и также, ну, жемчуга. Жемчуг у нас, как известно, не самоцвет. Но прекрасное кольцо. Опять-таки, решать, конечно, вам. И последнее на сегодня кольцо. Это мультисапфир. Вот с такими самоцветами. Оно у меня большое. Нет. На средний палец оно не пройдет. Он просто как-то заиграло, куда-то уехало. Вот такое кольцо. Высокая достаточно посадка. Мультисапфир. Он такой серо-синий. И тоже в обрамлении самоцветов. Вот эти вот обрамления похожи чем-то на поцелуйчики такие, как будто. Ну, я так вижу. Вот такая красота. Крупное, большое, заметное кольцо. И последнее на сегодня украшение – это брошь. Брошь-кулон. Вот, пожалуйста, обратите свое внимание. Она с сердоликом. Вот так она выглядит с обратной стороны. Игла не выходит. И можно ее носить и как брошь, и как кулон. Вот такая прелесть. Ажурная, стилизованная. Выглядит она вот так. Она достаточно крупного размера. Тоже можете вы это видеть. Либо можно носить ее как подвеску следующим образом. Не боюсь, просто я не успею с вами попрощаться. Время подходит к концу, но я все равно хочу это сделать. Вот так она будет выглядеть на шнуре.
А, давай застегну. Все. Надену ее, и мы с вами попрощаемся. Вот такая брошку. Можно ее и к воротничку, либо носить где угодно и как угодно. Что ж, дорогие мои друзья, на сегодня наш показ закончен. Я надеюсь, он вам понравился. Я очень старалась. И прежде чем попрощаться, я, конечно же, хочу пожелать вам всем всего только самого доброго. Обязательно берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола, и мы еще обязательно увидимся. Всем пока, мои дорогие!